Короче, фонарей не хватает, под конец очень много пауков. Если вдруг есть выбор поднимать меня или кого-то, поднимайте не меня. Не было такого выбора. Поднимают того, кто ближе. Я так понимаю обычно, потому что... Типа... Навык видения аптечек — бесполезная херня. Навык бегать не мертвым — охуенная тема. Да-да, вот, надо так было. Прям вылетаешь из этой пещеры, как ракета. Прям очень крутая херня. Давайте сейчас по максимуму все соберем. Все ключи, всю херню. Сначала двери все откроем, давайте. Какие открываются. Угу. Ключи мы сейчас по максимуму собрать не можем. Мы соберем ну, только тот, который есть. Сейчас-то понятно. Сейчас мы вообще никакие ключи собрать не можем. Накидаем аптечки на ресепшн, очень полезно. Вообще ресепшн тут классная тема. Прям он очень запоминается где и поэтому. Угу. На нем заебись воскрешить. Бля, слава богу, тут баба не такая страшная. Бегает себя, я что-то. Так, бутылки а я буду скидывать. Страшно, что ли, было? Та была страшная, пиздец. Что, она как поймает? Как первая поймает? Не была даже такой страшной, как вот эта. Та вторая. Вторая пиздец страшная была. Ну, это тоже, ну, типа, кто я же заикаюсь. Кто привыкнуть можно? Это не страшно, но она резко выскакивает. Они все резко выскакивают, понимаете? Ну, вот это вот страшно. Вот, блядь, где я аптечку вижу через стену. Взять не могу. На втором этаже? На кухне. Тут еще кухня была за дверью. Я не понимаю, как я играю в игры. Просто ужас какой-то. Все вроде как. Но я больше особо сюда ничего не вижу. Я вижу только за дверьми. Да. Тогда надо будет сейчас ключи насобирать, когда мы ее разэтываем. О, ключ. Блин, я ни одной... Ключ? От комнаты номер один. А все-таки он, оказывается, есть. Может, это Леша, потому баранов что... Баранов в этом. М? А, так ты уже ее разбудил? Да, он ее не разбудил. Да, все, конечно. Че сидеть? Номер один. Баран в пещере. А, вот она, комната номер один. Я нашел Уроборос. Говори, где? На первом этаже? Уроборос на первом этаже по коридору, о, по длинному коридору направо. Комната три. Яйцо надо искать. Так яйцо она блюет. А, точно. У меня кинжал. Ой, это кто? А вот она ходит, не паучиха, нихуя. Ну да, ты... Да-да-да, и она яйца оставляет. Она же блюет. Она яйца оставляет только когда не это. Когда не паук. А когда она паук будет? Когда разозлится. Заимствуюсь. Я чисто потом отдам. Чё, ключи? Где, у кого? У меня комната 3. Я сейчас найду эту комнату 3. Что это такое? Кладовая. Вот, я открыла... У меня открыла... Огонь есть? Я открыла... Я открыла комнату 3, и тут кинжал. А кинжал? Огонь, огонь. О, кинжал? Это где? На втором этаже, третья комната, самая дальняя. И череп. Блин, а огня не видели? А-а. Я думала, тут будет... Чё вы сделали? Зачем вы это сделали? Вы чё? Зачем? Она сейчас будет кидаться. Перевернутый крест здесь. Так, ладно, я пока огонек бросаю. И она где-то тут, что ли? Нет, это всегда она так орёт громко. Нет, у меня тут просто еще и этот самый. Она где-то тут. О, компас. Я нашел ее. Кого, я бабу? Я свечу на нее. Да, я ее засветил. Угу. Ключ от восьмой комнаты о, нашел. О, ключ. И от шестой еще. Это наверху. Леша, аккуратнее там, блядь. Где? Ну, уйди от меня. Уйди от меня. Уйди от меня, блядь. Это огонька-то не видели? Нет, пока что. А че вода не очищена? Не знаю, я с огоньком бегаю. Оставь. Что это такое? У меня песочные часы. А какую я сказала комнату мне? А, вот, все, я открыла. О, тут яйцо. Большой. И бутылка. И мне кто-то написал. А, ну тут я была. Тут крест перевернутый и... Огонек нашла. Да, огонек а, подожди. В бане лежит. А, это огонек. Ты нашла огонек комнату? Да, на втором где? Этаже. Бегу. Какая-то комната, блядь. А, шестая.
Окей. А там вода чистая? Угу. Песочные часы. Нашел. А! Утащил яйцо! А ну, блядь, стоять! А, ну оно грязное. Вы что творите? Колян, ты где? Бегу очищать воду. С бутылкой. Лишь бы не сесть. Я почистила яйцо, у меня череп. Череп на втором этаже, возле ресепшена, можешь подняться. Мне его... Меня подхитили. Блин. Бля. Мне его сразу... Я, короче, случайно прям на нее упал сверху. Ой, блядь. Надо было оседлать. Ну я вот оседлал. Меня в пещеру. Она тебя оседлала, вот. Нет, это я. Я вот так говорю. Блядь, чё пугаешь? Вот, череп ставлю. Так, я Лёшу сейчас пойду ставить. Она здесь где-то блюет рядом со мной. Че Лёха поднимает? Я возле огонька. О, а там есть аптечки? Блин, я не Лёха, вижу. Лёха, ты можешь упасть? Так ты сказал, не падай. Ну да, я думал, что ты там оказалось долго далеко, давай подумаешь. Да не дёргайся, не дёргайся. Ты что тут делаешь? Мразь какая, давай, а? Блядь. Давай, Влада, где? А где она? Паук с яйцом. Я, короче, яйцо тогда пошел мыть. Ты вылез? Да. Вышел Лёша на крыльцо. Я на выходе, на Побудь улице. Яйцо. Понятно. Бегу. Вышел тут... Лёша на крыльцо, этот... полирнуть свое яйцо. Оп, у меня глаз, яйцо. Я знаю, где он. Вот я, шоколадный. Вот я. Шоколадный заяц. Пошли со мной. Так, а, чё... ну, мойте яйцо. Я пошел мыть яйцо. Бля, вот. Возьми бутылку, вот, принесешь туда. Вот здесь стоит. Угу. Я сразу и почищу. Так, вон, ты там пока сидишь, пердишь. О, Ураборос, бля, я его видел на первом телефоне. Я же его и находил. О, яйцо таскает от тебя. Где? Ураборос прям вот с самым сзади. Бля, хомуха. А где там таскает-то? Сзади? О, вот. Комната в самом сзади или это комната? Комната в самом сзади, да. Под восьмой. Вот, где лестница, она короче. В самом сзади, блядь. А как сейчас это называется? Только не напади на меня. У меня баран. Баран в пещере. Ты тебя похитили? Хорошо, нет. Блядь! Да. У бассейна. Я бегу в бассейн. Там баран должен остаться до того. Да, я побежал, блин, в пещеру, она мне прям навстречу. У бассейна. Как выпрыгнет, как выскочит. Ага, вижу. А где баран, ты говоришь? В пещере. В пещере. О, я в толчке рядом с аптечкой, если что. Только я не понимаю, это первый или второй этаж? Пацан, держись, сейчас седьмой будет. Капец. А что за спидран такой? Осталось три, давайте, надо собраться. Никаких случайных смертей. Сейчас, ну стоп, да, блинский. Уйди, паук, отсюда. Спасибо. Это, ну хоть тут нет, как фазмофобии, духов. Уйдите отсюда! Где две ванны? Ой, она где-то крест, тут. Перевернутый крест. Вон она бежит, Колян. Ты можешь уйти отсюда, а? Спасибо. До свидания. Это мое место, я тут. Ну, Леша, где перевернутый крест? Подо мной валяется. Да это я поднял уже. Ладно, так, я его тут оставлю. Вот, смотри, вот я шел, светил фонарем и шел назад. Уйди, и, пожалуйста, отсюда. Короче, не работает тактика. Ладно, падаю в ресепшена. Блин. А я тут рядом с аптечкой прям. Ну я уже иду. Я уже. Да я, блядь, ты где? Все, я иду. Толчки я сейчас. Так, если что, крест в бассейн или. Я беру аптечку и иду лечить Лёшу. Я иду Лёшу. Так я же иду. А Лёша, ты где? Он ползает. Возле меня, бабищ. Ага, вижу. Пошла нахуй, тварь, бля, ебаная. Бля, а чё вас так много-то?
успел. Ты лечишь его? А прям за тобой бежит. Не успею, не успел. Влада, давай. Ой! Поднимай меня. Меня поднимай. Прям, сейчас. А где ты? Все, иду. Иду. Так, все, я растеряна. Что надо делать? Колян поднять. Так, сейчас. Аптечка. Я поднимаю. Ладно. А мне что делать? Иди отсюда. Привет. Где яйца? Не знаю. Меня подняли. Давай, не тормози. Крест перевернутый. Ты откуда? Лёх, бери крест, или что там? Где крест-то, блядь? Да, ну, он там лежит, а я не знаю, где он. Я пока бежала к бассейну, видела... Ох, я аж горло сорвала. Видела яйцо... Это самое... Какое-то там. Да яйцо лежит. Чё с ним будет? Вот оно было. У Колян в руках, наверное. Нашёл, где крест? Да, яйцо... Бля, чё там трясётся-то, ё-моё. Так, я бегу к Владе, пытаюсь. Стой. Угу. Она где-то тут. Входим. Тварь, блядь, да откуда же ты взялась-то, ёпта? Крест на втором этаже. Угу. Я мёртв. Крест какой? У нас нет яйцо? Ключа от кладовой. Я кладу крест. Клади. Ты нашла крест? Твое яйцо, да, нашла и... Лёш, я за тебя. Ну или не твое, не знаю. Окей, у меня аптеки-то нету. Я прыгаю. Давай. Давай, иди. Да. Ну, блядь, Коля, стой. Стою. Так, я не знаю, что мне делать, я боюсь, мне страшно. Да не стой ты, ёпта. О, стой, блядь, иди сюда с яйцом. Ключ где от кладовой? Не вот знаю. Она. Бежит. Бежит ко мне, бежит. Свечу. Так, у меня грязное яйцо. Помыть надо. Я иду мыть. Блять, пауки задолбали. Кого ебали? Меня. Не меня. Вот тебя, блин. В смысле, все? Вы что, оба сдохли? Нет, да, ты живая? Я да. Меня тут пауки атакуют, вы задрали, ёбаный стыд. Где? Я на первом этаже на ресепшене. Все, иди в пизду от меня. Как они задрали. Блядь, ой, самая батарейка надо съесть. Съешь, у меня грязное яйцо, мне надо его помыть, но я... Пошли мыть. Где Лёша? Лёша, падай. Лёша, падай. Беги, мой, я Лёшу помою. Она сейчас нападет. Поднимай Лёху. Поднимите меня. Ну, блядь, я же взяла аптечку, ну. Все, лечу. Все. Мой яйцо. А где? А вот оно. Где Колян? Я вот вылез. Я в толчке. Блядь, вы съебали. Я тебя понял. Я сейчас спрыгну. Не надо. Я убили? Заберите у меня яйцо, пожалуйста, я не могу его помыть. Не могу отсюда выйти. А, все, я вышла. Меня схватили. Блядь, да что такое, ебаный спит. Только вот только тут выйти. Было много времени, чтобы помыть яичко. Я помыла. У меня пентаграмма. Пентаграмма, блядь, пентаграмма видно, по-моему, или нет? Не знаю. Я не помню. Она в кладовой, скорее всего, какой-нибудь, блин. А у нас ключа нету, потому что кто-то проебал ключ. У меня только не нашел. Я искала. Я только два. Я, конечно, сейчас приду на ресепшн. Там еще есть аптечка на ресепшн? Так, здесь огонь. Я где-то недавно... Здесь крест. Здесь ничего нет. Поднимайте меня. Да, я аптечку нашел? Я на ресепшене. Не, а что, нет аптечек на ресепшене? Нету. Вон там наверху, в кладовой, аптечка. А,
Она вышла на охоту, а у нас два трупа. Ну давай, не работай. Потому что кто-то ключ проебал. Да? Не проебал и не нашел. Ключи, они всегда лежат же на видном месте. Да вот не всегда. Вот кто-то прошел в той комнате, в которой был ключ. Колян, за мной это бабище бежит. Я не знаю, я обычно, когда вся комната открывала, я просматривала и не видела. Ну, либо... Либо напишите в комментариях. Вон там слева аптечка, да, куда ты зашел. Ой-ой-ой-ой-ой! А, все. Она тут на втором бегает. Там батарейка еще есть. Ой, опять на второй побежала. Она тут бежит на втором рядом со мной, не идите. Вот она. И она. Вот она. Свечу, 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 свечу. Да что ты, ёб твой. Блядь, поднимай Владу. Поднял Владу. Ладно, у нас уже двое, это уже не один, хорошо. Ну блин. Я сейчас вылезу. Сейчас на аптечку найдем со своим мегаперком еще. Ебучий ключ. Я вот нашел аптечку. Я рядом с ней в бане, рядом в бане аптечка есть. Две аптечки есть в бане. Бегу. Блять, у меня ничего нет. А я сейчас опять сдохну. А у нас 8, да, все еще? Наверное, да. Она где-то тут, блядь. Она за мной бежит? Просто паук лёг. Паука нет, нету два просто паука. Похуй. Два просто паука. Так, что там телегу Влада? Прогоняет телегу. Влада живая? Да. Блять, походу сейчас буду не живая. Ты где? О, яйцо! Отдай! Отдай, блядь. У меня яйцо с пентаграммой. Заберите, пожалуйста, его кто-нибудь. У меня аптека есть еще. Она где-то тут! Ай-яй-яй, меня паук сожрал, прикинь, когда. У меня У меня кончился фонарь, блядь. Так, Влада где? В пещере. Бля, у меня кончился фонарь, пиздец. И у меня кончился фонарь. Где батарейка? На ресепшене, может, что-нибудь есть? Нету. Это пиздец какой-то. Ты залезешь? Нет? Спасибо. У меня же аптечку была, чуть не получу. Так, я нашел яйцо. Я пойду сейчас яйцо помою быстренько. Может быть, у меня получится. Если нет, то я как минимум очень далеко. Я, если что, рядом с аптечкой. А хрен знает где. Пирамида. Она, короче, рядом с бассейном. Меня сожрало там яйцо с пирамидой. Пирамида на первом этаже находится в дальнем углу дома. Ой, ты что, уронился? Ладно, поднята. Сейчас надо еще поднять кого-нибудь. Да забей, возьми яйцо с поставь. Где? Яйцо возле бассейна. Я вот прямо рядом с тобой. Аптечка тут есть? Так, ладно, где яйцо? Вон там лежит яйцо, да. Пирамида, а где пирамида? На первом этаже где-то. На первом этаже, вон так. Туда, в самый конец по двору, если бежать. Где аптечка? Потом где направо, аптечка? И там увидишь, в окно ее видно. Колян, не сюда. Бля, комуха, она где-то тут. Она где-то тут. А вот бежит, вот она. Сожрала Коляна. Нет, не сожрала. Сожрала, блядь. Печка вот здесь вот. О, все, все, все. Я понял, я пошел в обход. Стой, стой, стой. Иди сюда, стой, стой, стой. Бля, сейчас сожрется. Ты успел встать? Ты успел встать? Не меня, Коля. Нет, не успел. Блин, да серьезно, там прям чуть-чуть осталось. Ты зачем побежал? Я же тебя прямо видел. Вот, блядь. Ты вот через дом пошел, как этот. Это какая-то жесть. Быстрее. Я научилась ориентироваться в этом туннеле. Че, я займусь яйцом, я знаю давай. Где. Вот давай. Здесь аптека лежит еще одна. Блять, серьезно, я еще и в пещере. Вот здесь аптека просто. Лежит еще одна, где ты что-то пробежал, я не увидел. А, сейчас. Прям вот возле меня было. Яйцо готово. Осталось, блядь, последний раз надо Владу поднять быстро. Надо найти ключ от кладовой. А, блядь. Там где-то валяется это яйцо уже с пентаграммой. А, то есть оно уже намыто.
нам сейчас пизда всем будет опять. А я на улице, если что. Но я не вижу тут аптечек. А, вон вижу на первом этаже где-то. Не понимаю, где. Аптечку не видишь? Вы что, оба умерли, что ли? Да-да! Где аптечка? Ну тут где-то Леша говорил, там аптечка, я ее не видел. Вот, я ее вижу за стеной, вот за вот этой. Только за вот этой? Где-то вот тут, вот прям вот тут, вот только там, с другой стороны. Я хрен знает, где. А, вот здесь. Точно вижу. На ресепшене аптечка. Я что, все это время с выключенным чатом, что ли, был? Наверное, не знаю. Спасай лучше Леху! Да я не могу Леху спасать, Леха аптечка. Далеко. Все, давай, ты живая, теперь я бегу Леху спасать. Если сдохну, ты живая. Я говорю. Вот аптечка сзади него. Вот, Леха, я тебя поднимаю. Все. Все живые. Да, слава богу. Надо это... найти ключ. И я... яйцо. И не сдохнуть. Яйцо, яйцо, яйцо. Тут аптека есть. Блядь, вот аптечка. Я нашла ключ! Давай, заебись. Сейчас, где второй этаж? Вот, она где-то здесь, по пище бегает. Уйди, уйди! Да ёб твою мать! Сука! Ключ-то у меня, ёбаный в рот! Ты сейчас заставляй тебя вот да. Пиздос! А батарейка нужна? Мне тоже нужна батарейка. Ебучая игра. Съебёшь. Я где-то в ванной на втором этаже, походу. В ванной? А. О. Меня убили. Ты чё убираешь? Я спас фотку, которая в ванной на втором этаже. А я, да, я на втором. Так я и так сдохнутая. Я тут около... рядом со мной аптечка. И тут паук рядом со мной идет с этим самым, с яйцом. Вот мудак. Mm-hmm. Я возле бассейна и с аптекой. Так, блять. Сейчас прыгну. Стой. Где эта ебучая кладовая? Сейчас я ее открою. В самом конце коридора. Прям бежишь до конца, там одна единственная. Ну, блять, открывайся, ну пожалуйста. Где яйцо? Где это яйцо, бля? Ну. Идите отсюда. Пожалуйста, идите, ну. У меня аптека еще есть. Давай. Я кладу, я кладу! Клади, клади! Кладу! Быстрее! Давай, давай, давай! Давай! Да! Да? 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 Да! Мать твою! Гайд. Просто найди. Фу. Все, взломали, взломали паучиху, наверное. О, у меня аж руки трясутся. Капец, как повезло. А, блин. А, каково тебе, как тебя жрут, а? Вот так вот. За то, что она плохо охраняла эти яйца. Ну мы, кстати, даже со второй бабы дольше возились, чем с этим. Ну пока, ну да, типа баба азиат, надеюсь, не паучиха. Всем